Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Неплохо, неплохо. Верхняя ля пока не очень получается. Попробуй. Ля. 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 На сегодня достаточно. Бараш, дорогой, не переживай, мы обязательно возьмем это упрямое ля. И мне такое еще брали. Может, еще позанимаемся? Не стоит. А может, тебе нужен отдых? А мне тем более. Ля-ля-ля-ля-ля! Три ведра, и процедуры закончены. Что-то туго идет. Ха, давай помогу. Ёлки-моки, да что же там такое? Водяной. О-да! Отдай наша ведерка, а то хуже будет. Вот как думаешь, он испугался? Помогите! Не похоже. Шуршит. Может, с ним по-хорошему надо? Может, он голодный? Точно! Дадим ему яблочко! Кажется, ему не понравилось. Наверное, яблоки не любит. А может, он любит ежиков? Шучу, шучу! Ну что, вода есть? Фу, лосяш, напугал! А там водяной... Водяной. Это не научно. Возможно, друзья мои суеверны. Вы наблюдали какой-нибудь редкий феномен природы? Интересно. Возможно, это подземные воды. Из ледяной коры. Вам не составит труда принести мою лампу? Ля-ля-ля-ля-ля. Заела!
Брависсимо! Прекрасная, ля! Прекрасная! Ой, я же говорил, что не такое брали. Надо только стараться. Ля! Так вот он какой водяной. На бараша похож. Феноменально. Надо этого водяного поймать, а то никто нам не поверит.